В средней школе номер 5 города Бреста с началом учебного года появился профильный класс под патронатом Государственного комитета судебных экспертиз. Сегодня для ребят созданы все условия, чтобы они участвовали в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях, которые организуют совместно с судебными экспертами. На днях для учеников 10 класса средней школы номер 5 города Бреста прошло памятное событие – посвящение в класс управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Для этого класса было решено, что будет отдельная форма, и мы работали над этим с сотрудниками ведомства, и было решено именно такую форму, как и у сотрудников комитета судебных экспертиз, пошить нашим деткам. На сегодняшний день они действительно уже дополнили свою форму шевронами, значками и галстуками, и уже полноправно будут считаться учащимися класса Государственного комитета судебных экспертиз. Профильные классы различной направленности для учебных заведений города над Бугом не редкость. Но такой класс, так сказать, юных судмедэкспертов организовали впервые. Сегодня в нем обучается 27 учащихся. А накануне, получив на торжественном посещении официальные атрибуты Государственного комитета судебных экспертиз, юноши и девушки стали его полноправной частью. Вместе с галстуками, значками и шевронами они получили и дополнительную ответственность перед коллективом школы, сотрудниками ведомства, родителями и собой. Как показал этот год, дети осознанно пришли и заинтересованы. За этот год мы очень сильно включились в учебную программу школой подготовленной и образованием, где раз в неделю в обязательном порядке посещаем, рассказываем, чем мы занимаемся, как занимаемся, и показываем практические занятия. В детях воспитывается дисциплина, целеустремленность, и это дает свои плоды развития. То есть я больше чем уверен, каждый из них, независимо какую профессию они в дальнейшем выберут, они будут относиться к ней с полной самоотдачей на благо нашей страны. У меня как-то с детства так пошло, что мне всегда были интересны именно биология и химия. Ну и так совпало, что на школе появился такой профиль, и я решила, очень долго думала насчет этого, и все-таки решилась пойти именно на этот профиль, и, скорее всего, в будущем стану судебным экспертом. По этому направлению мне захотелось идти еще летом, потому что работа – это очень ответственная, без их помощи никогда расследование не проводится, какие-то преступления. Их работа очень, как сказать, увлекательная, потому что также извлечение отпечатков пальцев, составление фоторобота, разбор речи какого-то преступника, допустим. Это все очень интересно, и мне это нравится. Руководитель управления Андрей Дешкевич в этот знаменательный день вручил благодарственные письма ученикам, которые показали хорошие успехи в учебе, а также памятные нагрудные знаки 10 лет Государственному комитету судебных экспертиз, а работникам управления за достижение высоких результатов в трудовой деятельности. После чего все возложили цветы к вечному огню и почтили павших минутой молчания.